И так, видимо, из-за того, что я постоянно играю всякие инди-игры, демо-игры, ретро-игры и прочее, Steam стал мне их постоянно присылать в рекомендованном. Я на самом деле доволен, потому что мне прислал вот эту вот игрушку, Силак, это демо-версия, абсолютно бесплатная. Правда, нет русского языка, но на самом деле в таких играх это не всегда нужно. Хотя здесь есть сюжет. В общем, давайте начинать новую игру, покажу ее вам, ну, сами потом можете поиграть. Давайте на лейтенанте, на среднем уровне сложности. Он довольно-таки сложный, он довольно интересный. Не слишком просто. Так, обычное. Здесь какой-то Christmas Challenge. Не, нам не нужно, давать обычное. Как всегда, нас предупреждают, что это демо-версия, что ранний, естественно, доступ, так что куча багов и прочего. Ожидайте. Легко вы на них здесь можете наткнуться. Так вот, на самом деле это ретро-шутер. То есть он в таком вот стиле относительно ретро. Но при этом просто шикарнейше выполнен. Здесь есть еда, которую можно съедать, и ты таким образом подлечиваешься. Это что-то из Duke Nukem. Это почти совсем можно повзаимодействовать. Там кинуть, например. Сейчас, собственно говоря, да, произойдет взрыв. Поправляйся. Это мы типа в больнице находимся. И теперь нам нужно отсюда выбраться. Окей, а как мы отсюда с вами выберемся? О, здравствуйте. Здесь парочку монеток, 50 кредитов. А, да, все верно. Чих, я затупил на ровном месте. Вот. В общем, нам с вами нужно сейчас приготовиться к уходу отсюда. Соответственно, у нас есть автокарта вот здесь вот. И нам нужно, собственно говоря, пробраться дальше. Все взрывается к чертовой матери. Не знаю, получится, не получится. Попробуем. Воу. Я этого не видел. Фига, тут люди сгорели. Не обращал я на это внимания до этого. Ну ладно. Кабинет доктора. Давайте сюда, там подсказки, как видите, идут у нас с вами, чтобы как можно перелазить туда-сюда. В общем, там какие-то солдаты кричат: обыщите все вокруг, кого встретите, убивайте. Не оставлять никого в живых. Соответственно, наша задача — найти оружие. Ну и этим с вами займемся. Просто плевать на него. Вперед. Дверь закрылась нормально. Нам говорят, что здесь героические защитники наши как раз вот этой корпорации защищают от террористов, но походу нет. Походу солдаты сами нападают. Никаких террористов здесь нету. Переводить дословно я ничего не буду. Что я сейчас сделал, фиг знает. Ладно, идем дальше. Что-то где-то отключил. Темно, фонарика нету. Хотя кто ж его знает. А, вот и оружие, да, все верно. А она здесь. Откройте эту дверь. Готовьтесь. Сейчас, да, будет громко. Ну-ну. Давай. Я так понимаю, что это какие-то андроиды. Хотя, может быть, просто специально эта кровь такая. Ну, сами понимаете. Возрастные рейтинги. Новости? Новости, террористическая атака. Даунтаун Силака. А, в бизнес-центре, ну, в центре города. Двое из наших погибли. Мы идем вперед. Ну давайте, где вы? Они где-то тут. Я на самом деле немножечко посмотрел, поиграл, разобрался в управлении и особо далеко не заходил, поэтому сейчас безумно интересно самому это попроходить с вами. Насколько большая демка, сказать не могу, но прям все, что я здесь вижу, просто шикарно. То, что все это можно поднимать, можно выпить, ну, естественно, мы можем использовать. Да, немножко помыть руки. Бутылка с мылом. Так, стоп, мы пришли с вами отсюда откуда-то, да? И здесь, я так помню, что были хилки, я мимо пробегал вот. А, и здесь помимо хилок был еще солдат. Двое солдат. Хорошо сделано, вот этот звук, когда ты их добиваешь, он очень прикольный. Мне прям нравится. Ладно, здесь вроде никого. Стоп. Я как-то могу сюда попасть, потому что, видите, бабки. Да, хорошо. Это типа секретка по-любому, да? Хорошо, ну ладно. Сушилка для рук, я сюда не могу пройти, могу. Это не открывается. Ну, в общем, туалет или душевая, что-то типа того. Ладно, двинули дальше. Изобретение, инновации. Так, здесь вроде нифига. Стульчик отъехал, когда мы сюда подтолкнули, блин. Ладно, перезарядка, идем. Еще один он. А, еще когда у нас с вами как раз заканчиваются патроны, тоже звуковой сигнал идет, понял. Здесь нужен пурпурный ключ, еще найдем.
Потрошки есть, да. Нашли с вами ключ. Что-нибудь написано, нет? Но на самом деле безумно интересно поизучать, всякие секретки понаходить. Может быть, какой-то лор здесь добавили. Я, честно говоря, ничего не вижу. Ладно, пошли дальше. Но я думаю, вам и так уже видно, что эта игра из себя представляет. Во-первых, мне очень нравится графически. То есть, вроде с какой-то стороны... Пошел в задницу. Сам умри. Ты где? Вроде графический такой, знаете, немножко ретро-стиль, но при этом все равно как-то безумно по-современному все выглядит. Опять же, нифига не лагает там. В самом начале, когда запускаешь, у тебя... Нажать. Стоп, это моя комната. Я отсюда, да? Походу, да. Так вот, когда запускаешь игру, тебе предлагают... Черт, а? Подобрать автоматические настройки игры. Ладно. Здесь что-нибудь полезное. Так, просто посмотреть Силака Today. Интервью с кем? Это не со мной или случаем? Miss Down, не знаю. Пароль. А мы с вами знаем пароль? А мы не знаем пароль. Стоп. Вот у нас с вами что-то здесь есть. Так, нажимая капслок, мы с вами получаем к базе знаний доступ, да? То есть мы сейчас добрали с вами что-то. И он говорит, что новый код 1432. Можно было бы почитать, что там написано, но мы с вами не будем. Отправимся дальше. Похоже на голову. Но походу это манекен. Или это костюм? Это костюм. Плюс, ух, как хорошо-то, а. Мне как понравилось то, что сейчас так осмотрел пистолет. Зачетно, зачетно. А как нам отсюда выйти? Хилки есть, окей. Нет. Здесь заперто. Keep out. Здесь заперто. Подожди, подожди. Должен быть какой-то проход. Может, по соседству вот здесь вот? Да. Ага. То есть, когда мы с вами движемся вперед, ускорившись, можно вперед, собственно говоря, скользнуть по дверью. И при помощи этого мы можем с вами проскальзывать и наносить удары. Так, и давайте-ка протестируем. А, понял. Это хорошо, ну ладно, понял. Слушай, круто. Сколько сюда фишек добавили. О, вот здесь лагануло. Привет, лаги. Броня. Пить не нужно. Не где-то тут. Хорошо. Патронов почти нету. Справа. Воу, ты кто такой красивый? Есть, смог. Для нас потрошка. Но! Привет, дружок. Броню почти полностью меня сбили, плевать. У нас есть пистолет. Так, это, скорее всего, отсюда, да? Патронов мало, кстати, с них выпадает. Ты что здесь крутишься, вертишься? Не надо. А оружейку этого я подобрать не могу. Кровь, палата. Может быть, здесь что-то? Хилки. Light control, то есть это включение-включение света. Еще один датапад. Здесь, в принципе, ничего особенного, говорит, что там, типа, дополнительно какие-то выходные для сотрудников. Предметы. Оружейка. Пистолет, ружье, броня. В принципе, больше ничего. Два датапада, апгрейды, карточки и открытые шкафчики. Прикольно. Так, на камерах что-нибудь. Нет никакого движения. Это можно съесть. Стоп. Чуваки. Он тоже скользит, пытается перекатываться, что-то типа того. Боу. А пистолетик хорош, мне прям нравится. И ощущение от него, и вообще урончик с пистоля очень приятный. Ха-ха, смешно. Прикольно, загрузочка. Ну ладно. Дополнительные челленджи.
То есть можно увидеть их здесь, в кодексе, но нам сейчас на самом деле на это наплевать. Обратно пройти могу? То есть я могу, в принципе, туда-сюда вот так вот погружаться. С того уровня на этот собирать какие-то предметы, если я что-то упустил, но вроде здесь более-менее все почистили. Ладно, пошли вперед. Нам самое главное — это патроны, а патронов слишком мало. Пока что. Справа кого-то мы с вами слышали, а вот тебе и патрончики какие-то, договорились. Но это в основном для вот этого добра. Спокойно. Патроны. Я сбил его? Да. Но там еще кто-то. Хорошо. Только брони нифига не осталось. Прикольно. Воу! Я понял, лифт приехал. Патронов 18, справа еще один. Это лифт или что это? Intensive care. Ага, понятно. Интенсивная терапия. Слева. А крик был справа. Странно. Протиснуться нет? Но было бы прикольно, если можно было бы повернуться. Спокуха. Граната. Зачем нам деньги, интересно, здесь? Может быть, какие-то торговые автоматы есть, где можно что-нибудь прикупить себе, немножко газировки, тем самым подлечиться. Как вариант. Слушай, а можно как-то повернуться? Вот там я что-то помню, как тут был. Нет? Ладно, плевать. Что-то нарисовано странное, как будто можно поворачиваться. Может, мне просто показалось. А, вот это забрать нет, нельзя. Понятно, не сейчас. Не, не хочет. Это не открывается. Лобби. Воу. А, видите, что кто-то ведет себя подозрительно, доложите ближайшему охраннику. Что-то типа того. Пошел вон, урод. Вижу. Мне казалось, немножко подальше он стоял. Изначально, ну как-то все по длине, как коридор казался. Ну-ка. Наверное, зря я это сделал. Игра сохранена. Я вообще не знаю, что я нажал. Что это сделал? Это что-то должно было вызвать, какой-то лифт. Локдаун. Было бы хорошо бы еще здесь увидеть какой-нибудь спокуха. Какой-нибудь дробовик. Давай. Нормально. А можно мне подрошек, пожалуйста? Пожалуйста, ожидайте здесь. А вот тебе и торговый автомат. Окей. В принципе, действительно, 5 кредитов, это 2 здоровья. О, нормально, теперь точно знаю, сколько нужно заплатить. Ладно, это быстренько все выпиваем, съедаем. Но, безусловно, это полная ерунда, то есть в том плане, что... Разлетелось. Класс, какие молодцы. А, то есть банки тебе так все с хилками не нужны. Сам обычные хилки подбираешь и все. Почему? Есть какие-то гражданские люди, они же типа там убить хотели всех. Ху-ху, до свидания, башка. Это Дюк Нюкем? Ну, похож. Кстати, да, это все похоже немножко на Дюк Нюкема. Не находите? Солиганца. Как же так кровавенько, жестоко. Немножечко стилистически смахивает. Ну нет, ну не естественно вот этот мир. А просто я имею в виду все, что здесь происходит. Так, ладно. Патрошки еще. Сейбер. Вижн. Прикольный журнальчик. Здесь есть лазерные мечи. Так. Сортиры. Попасть внутрь. Нормально, хилка нам не нужна. А вот броня бы пригодилась бы. И патрошки. Кто-то здесь тусил. Все валяется, нет. Вон монетки.
Я все-таки заберу. Глядишь, может быть, где-то можно будет какое-нибудь оружейку купить или патрошки. Фиг его знает, что в мире будущего продается. Так, это у нас сортир. Здесь мы с вами были. Сейчас нужно понять, куда нам. Морчари? В смысле, морг. Здесь броня, но все заперто. Чтобы попасть внутрь, есть какой-нибудь проход? Здесь, походу. Давайте попробуем. Так, это свет. Вот, нашел. Секретка найдена. Нормально. А, этот экран глючит. Камеры. Но вроде никого опять же нету, да? Было бы хорошо, если бы у вас еще патрушки здесь были бы. И было бы вообще идеально. Ну ладно, плевать. Вроде какое-то количество мы с вами собрали. Пошли сюда. Нужно понять, куда дальше. Мы пришли, если не ошибаюсь, вообще отсюда, да. Пришли отсюда, там заблокировано. Карточка? Нет. Просто патрошки. Здесь мы как раз посражались, убили одного, там убили другого. Где-то что-то есть, я просто это упускаю по-любому. Контроль окна. А, понятно, жалюзи. Ладно, давайте искать. Воу, placeholder. Мы, видимо, имени дали. Но есть отражение. Ладно, все первый раз увидели. Слушай, а это случаем не я? Я похож на это, да? Странно, мне кажется, это я и есть. Возможно, черт побери. Ну-ка, а это что такое? Почему я не видел этого добра? Странно, ладно. Это и есть проход. Крыло Б. Ты ж вы сволочи-то, а? Че ж вы все взрываете-то подряд? Ладно, нормально. Этот просто умирал с такими звуками, хорошо, я понял. Опять же, запертые двери нужно находить. Нужно находить, да. Элеватор можно отрезать от меня. Спрыгнуть вниз. Ладно, здесь сейчас не сдохнуть. Нормально. Двинули вперед. А-а-а. Типа тут можно плавать. Окей, я понял. Давай, 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 давай. Еще один. Здесь просто говорится о том, что у них погибло во время, после, точнее, операции, не во время операции, а после операции. У нас есть свет теперь. А, парочку пациентов погибли после операции. Написано, что у них в карте осложнения в операции, но операцию проводила она лично, ассистировала в ней, и никаких осложнений не было. Осложнений не было, так что... Пытается разобраться, что за фигня творится здесь. Стоп. А, там какой-то чувак с ним разговаривает. Так, левел, уровень 1-3, подожди. Локдаун. Кто это здесь? Это вот тут снизу. А, это просто броня, а мы их слышим, потому что они над нами. Здесь мы ничего сделать не можем. А фонарик садится, но подзаряжается. Окей, понял. Хорошо, что он есть. Гораздо удобнее теперь будет. Ну, пошли. Что за история? Это над нами кто-то. Синий ключ. Добро пожаловать в твой новый дом. Хороший у вас тут дом. Еще один. Какая-то история с медпаками. Что, слишком мало заказали, что ли? Ну, я так не вчитывался особо. Че такого особенного? Я сейчас не очень понимаю. Врагов здесь нету? Нафиг не нужно.
Ну да, здесь какая-то тишина непонятная. Не, мы с вами осмотримся, безусловно. Это то, откуда я пришел? Да. Ха. Ладно, договорились. Давай потихонечку осматривать все, естественно, все заперто. Опять же, где-то, может быть, секретки, где-то ключи нужны. Так, патрушки мы заберем. Это просто кредиты, я думал, фишки какие-то. Жесть. Мы можем разбивать с вами некоторые коробки. Если, например, выберем оружие ближнего боя. И внутри, как видите, тоже еще монетки. Дверь использовать не можем. Пистолет. Это над нами. А здесь что, карточка нужна? Карточка от кабинета. Ну ладно. Привет, робот. Спасибо. А, убирает весь мусор, ладно, плевать. Командир, мы обыскали здесь все. Генератор выключился. Запасная энергия. Воу. Это правая клавиша машины в пистолете. Генератор. Они специально его перезагрузили? Ну давай, давай, давай. Хорош. Кто там у нас с вами? Нет, на самом деле не сложно, окей. Из-за того, что такая убойная сила у пистолета. Сражаться вообще по кайфу. Чувак, ты откуда взялся-то? А, так может быть эти патроны для него как раз старые. Что-то я сразу не подумал об этом, ладно, плевать. Давай еще патрошки здесь. Я просто еще какие-нибудь журнальчики найти хочу или еще что-то такое, чтобы понять, что здесь происходит. Ну, вроде как просто медицинская, не знаю, лаборатория. Сиреневая карта. Так, хорошо. У врагов может быть как раз щит, понятно. Райфлман, то есть это, ну, просто чувак с винтовкой. Так, можно получить немножко хавчика, код 5478. 5478. А где он? Не вижу. Куда водить? Ну ладно, запомним, может быть, где-то сейчас найдем. Здесь вроде никакого кодового замка не видно, да. Все заблокировано. Просто немножко брони. Собака. Прикольно, молодцы. Это хорошо выполнено. Вот тебе и щит. Более продвинутые ребятки. А, держи. Убежали, молодцы. Хилки едут. А, ну да, здесь же как раз была вот эта вот записка про медпаки. Они типа производят их здесь, понятно. Так, здесь вроде нифига. У нас вот здесь как раз ключ используется. А ключ мы подобрали. Патронов мало осталось, ладно. Ну-ка, четверка. Ха, прикольно. Не болеете, мы поддержим это в таком состоянии. Ну, типа, останетесь здоровыми. Благодаря ей. Или лекарству. Не блокируйте проходы для этих самых роботов-пылесосов. То есть, в принципе... Ну, прикольно, кстати. Если мы с вами находим что-то заблокированное, я думаю, есть смысл его разблокировать. Это свет. Ладно, плевать. Вакацис. Но все равно нифига не понятно,
Что конкретно здесь происходит? Эти ребята с сиреневой кровью. Судя по всему, естественно. Черт. Все-таки это не люди. Или, во всяком случае, не совсем люди. Воу! Ладно, нормально. Вау. Нормально забрызгало. Сзади вроде никого, ладно, раскидали гадов. Здесь что-нибудь? Пароль. Стоп. Последняя штука. 5478. Нет? Не отсюда? Значит, не отсюда. Значит, здесь что-то другое. Да нафиг, ладно. Абсолютно ненужная фигня сейчас была. Так, стоп, я сюда пройти могу? Нет, панелька отвалилась. Потрошки. Да ладно, здесь тоже есть эта игра? Ну, в смысле, эта игра, я имею в виду вообще такие игры. Что за история? Понятно. Ретро-игра в ретро-игре. Ладно, не будем. Выходим. Там как раз было обозначено, как управлять. Давайте сюда. Понял тебя. Здесь еще что-то есть, хилки. Это я все-таки заберу. Тортик тоже можно съесть. Плюс 2 здоровья. Похоже на секретку, но фиг знает. Дальше пройти нельзя. Смотрим по карте, где мы. Но по идее нам вот туда. Но здесь все заперто. Забираем. Поздравления с рождением ребенка. Здесь... Ну и здесь, кстати, да, у них как раз тусовка по этому поводу была. По поводу рождения ребенка. Именно поэтому у всех тортики. Здесь что-то открылось. Ага, они потеряли связь с теми ребятами, и поэтому, в общем, короче, не расслабляться, говорит. Да ладно, как ты меня увидел-то? Хорош. Где вы? Выстрелил в этого, разбил дальнего. Воу, постой, он увернулся? Брони у нас с вами дофига. Слишком много звуков. Отдыхай. Вау, мы ему руки отстрелили, как круто. Вот эти моменты мне нравятся, когда пошла такая активная перестрелочка туда-сюда. Потому что когда затишье и пытаешься найти проход, ну типа... Не знаю. В принципе, как раньше. Всегда приходилось по 2-3 раза пробегать всю карту, чтобы там найти, понятно, только какие-нибудь секретки, чтобы можно было, естественно, понять, запомнить, собственно говоря, саму карту. Что нужно делать, куда бежать. Так. Сюда. Подберите, пожалуйста. Нам не нужен у нас максимум. Это пистолет, это ружье. Кстати, а какие сейчас патроны поднимем? Тихо. Ботаны пошли в задницу. Они маневрируют. За чтобы использовать медкит, хорошо запомним. Это за дверью? Да. Нормально разнесло. Слушайте, это клево. Обалденное место. Ща, подожди, подожди, друг. Ща. Все, отлично. Расслабился раньше времени, зараза. Ладно, сейчас берем это добро, пошли.
Здесь кто-нибудь? Нам по-любому ключи еще нужны. Гранаты про запас. Пригодятся на боссе каком-нибудь, скорее всего. Босс вертолетский просто по-любому должен быть. Без босса вертолета такие игры не обходятся. Он почти полностью уничтожен, он там докладывает. Так. А как мне раскрыть эту дверь? Ой, да на. Всех разнесли. Кстати, тортики. Мелочи приятно. Нет, сюда нету смысла ходить. Нужно дальше все разобрать там. Ага, я вижу, что у нас прямо перед нами. Вот там вот. Коридор. Но, блин, все заблокировано, да? Может быть, где-то вентиляция какая-нибудь? Возможность попасть туда, да? Нет. Это просто патроны. Хорошо, что мы можем с вами хотя бы подтягиваться вот так вот. И то, слава богу. Так, стоп. Потрошки, это, конечно, хорошо. У нас все битком. Давайте все-таки попытаемся пройти в эту сторону. Я так и понял, да. Все правильно, вернуться надо. Но то, что тебя возвращает туда-сюда, это, мне кажется, не самый правильный шаг. Как видите, по новой враги появляются, эта вся история. Немножко неожиданно. Ты привыкаешь... Ага, понятно. Привыкаешь обычно к тому, что нужно двигаться вперед. Все время куда-то вперед, вперед, вперед. Здесь еще одна дверь, окей. Но здесь, как видите, нет. Так, мы сейчас ничего не разблокировали, здесь нет. Фиг знает. Там вроде никого. Коробки. Ладно. Патрошек не так много, но сгодится. Здесь много патронов. Так, а ключ-то у меня есть или нет? Я что-то упускаю. В общем, нужно туда идти. Здесь закрытая дверь. Да, понятно. А почему я не нашел синюю карточку? Что за бред? Вот в этом... Да, вот здесь что-то есть. Стоп, стоп, стоп. Соседняя. Отмечен радиус взрыва. Это шикарно, это просто шикарно сделано. То есть, смотрите. Офигенно. Другой не офигенно, я никак не могу попасть. Понять, куда мне нужно попасть. А здесь? Есть, у нас была синяя карта. Попали сюда, и здесь мы с вами, по идее, найдем ту оранжевую. Ну что, я думаю, что сегодняшний выпуск на этом можно завершить. Я планирую в будущем еще немножечко снять эту демку. Ну, то есть я через парочку-тройку дней выпуск запишу и обязательно выложу. Единственное, есть... А нет, мы можем спокойно сохраниться. То есть у нас есть стандартные красивые наши сохранения. Ладно. В общем, да, игрушка, честно говоря, годная. Я, безусловно, куплю. Очень приятно, что выкладывают вот такие демки. Большие, классные и с огромным количеством контента. Ну, если вам понравилось, то вы тоже можете скачать, поиграть. На этом пока что все. Если понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Не забудьте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Удачи, друзья, пока. Увидимся в следующем.